Плакат, созданный Вениамином Борисовичем Пинчуком, 42-й год. «Наша сила в наших самих, в нашей любви к родине, в нашей ненависти к врагу, в нашей воле к победе». Лекции по выходным. Лекция «Музей Шалаш в годы Великой Отечественной войны» прошла в выставочном зале «Арт-курорт». По уже достаточно давно сложившейся традиции, по субботам в выставочном зале «Арт-курорт» в Сестрорецке мы проводим лекции, посвященные истории Сестрорецка, истории объектов, которые входят в историко-культурный музейный комплекс «Разливе». Музей «Сарай», музей «Шалаш». У нас был патриотический дух такой, что и мысли не было, что нас победят. Мы были уверены, что мы победим. Как рождалась эта уверенность? Как ковалась она у миллионов людей общая, одна на всех вера в победу? Лекция приурочена к форуму малых музеев о истории музея «Шалаш». Все годы обороны Ленинграда музей «Шалаш» продолжал свою работу. Поднимал боевой дух бойцов, приходящих в музей, в том числе, чтобы дать клятву верности стране, клятву все свои силы положить на защиту Родины и Ленинграда. На лекции пришедшим показывают редкие хроникальные кадры, а также отзывы бойцов, посещавших музей «Шалаш», датированные весной и летом 44 года. Одна из тем, которые мы затрагиваем, в принципе, агитационная работа, проводящаяся, проводимая в годы Великой Отечественной войны. Нацелена она была, как я уже говорила, на подъем боевого духа, на создание ощущения единства бойцов, граждан, целью жизни которых в этот момент является защита страны. Музей «Шалаш» в 1942-1943 годах представлял выставку, говорящую о зверствах фашистов на территории Советского Союза. Документы, фоторепортажи, плакатная живопись. 1943-1944, до этого 1942 год, музей «Шалаш» еще и принимает огромное число бойцов, которые на территории музея, рядом с памятником гранитным «Шалаш», местом, непосредственно связанным с именем Владимира Ильича Ленина, дают клятву Родине. Присягу принимают, там же вручались боевые награды, гвардейские знамена полка. В этот раз лекция в пространстве «Арт-курорт» прошла только для журналистов «Залив ТВ». Обычно на лекции собираются жители Сестрорецка, интересующиеся историей своего края и страны. Но также часто на тематические лекции приезжают гости из Петербурга.